Дорогие ребята, сегодня я хочу предложить вашему вниманию стихотворение Бориса Захадыра из книги «Кто ходит в гости по утрам», которое называется «Перемена». Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой. Он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки, Ваське, Кольке и Сережке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил, сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом, сделал все, что мог. Ну, а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроки отдохнем. Вот такое удивительное стихотворение написал Борис Захадыр. В этой книге вы найдете очень много интересных стихов. Если будет у вас желание, почитайте их. До свидания, ребята. Будьте здоровы!